День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с шикарнейшим жизненным выпуском. Для записи этого сюжета я встал в 4:30 утра, в 5 часов выезжаю, 4 часа на дорогу, и я нахожусь в Орловской области, куда меня пригласили молодые ребята, которые переехали в Москву, пожили там пару лет и сказали: а ну его нахрен, эту Москву, и решили уехать за город, построить свой домик и начать там жить, не тужить. Что из этого получилось, с какими трудностями они столкнулись, с какими плюсами они столкнулись, обо всем этом мы поговорим в этом выпуске. Он будет по-настоящему большой и интересный. Тайм-коды уже ждут вас в описании, но я вам рекомендую заварить чай или кофе покрепче и насладиться этой историей. Без промедления мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Алексей, герой нашего выпуска. Леха мне написал вот такое письмечишко, я сразу понял, что это огонь. Надо ехать снимать. Знаете, ожидание, реальность по-честному от человека, который проходит через все сам. Но начнем мы, скажем так, с конца. Насколько я знаю, ты и твоя супруга, вы проживали в городе Орел. Вот, неподалеку. Да, недалеко, можно сказать, в пригороде Орла. В какой-то момент вы женитесь и думаете: ну, молодые, надо Москву покорять. А вот расскажи об этом. Почему решили переехать, чем там занимались? Какую квартиру снимали, где работали? Ну смотри, изначально получилось так, то, что да, как ты правильно сказал, мы из Орла, здесь родились, отучились, в институтах, все. Получилось так, да, то, что мы встретились, поженились, вот, и дальше встали на распутье таком, что делать? В Орле здесь оставаться, работать за оригинальную какую-то зарплату. Это сколько в деньгах? Примерно 35, где-то 40 тысяч. Это вот хорошо, если ты молодой, активный. 35-40. Это хорошо, да. Или же там своим делом каким-то заняться. Я занимаюсь видеосъемкой, запускаю YouTube-каналы, снимаю для YouTube-каналов видеоролики, и здесь с этого начинал. Вот. И, в принципе, у меня профессия была, и с этой профессией в Москве уже было что делать. У меня уже какие-то контакты назревали, я ехал уже, ну, и то, чтобы, не то, чтобы у меня там уже были клиенты, да, но я понимал то, что я туда приеду, я смогу с людьми договориться, и мы сможем в Москве как-то дальше действовать. Приехали, сняли квартиру, однушку около МКАДа. Такая стандартная довольно-таки для всех история, кто переезжает в Москву. И все, и начали свою трудовую деятельность. Жена устроилась на работу. Я продолжил работать в том же ритме, снимать видеоролики. Вот. И спустя 2 года, где-то, наверное, 2,5 даже года мы прожили. И почувствовали вот такой момент, вот как люди говорят, Москва выматывает, вот это вот метро, пробки, еще что-то. И мы начали практиковать такую историю, то, что мы снимали домики, в Москве жили и снимали на выходные домики, там глэмпинги различные, в Подмосковье выезжали, приезжали к себе сюда на родину, в деревню, друзья у нас в частном доме там живут, и мы к ним приезжали, и я чувствовал вот такую, знаешь, перезагрузку, когда мы за городом, прям очень, прям, блин, не знаю, энергия, как это прям перло, и когда мы жили здесь, мы этого не чувствовали, это для нас не было ценно, потому что все так живут, и как бы, что тут такого? А когда ты живешь в Москве и постоянно в этом ритме 24 на 7, работа, 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 вот этот глоток воздуха для нас был очень важен. Вот. И поэтому в нашей голове начали зреть мысли по поводу того, неплохо было бы нам за городом что-нибудь приобрести. Угу. Вот. И мы уже начали этот рынок мониторить. И вот здесь, друзья, что называется, самое интересное это и начинается. 50 соток земли, вы вдумайтесь, 50 соток земли, на секундочку, это максимальная площадь при покупке земли для ИЖС. Дальше уже там промышленное, да, и там сельскохозяйственное назначение и так далее. Смотри, участок, как ты сказал, правильно 50 соток, а именно там по документам написано 49999, потому что 50 уже нельзя. А, и купили мы его год назад, ровно, кстати, год назад, вот в октябре, за 400 тысяч рублей. Еще интересная история. Вообще, сегодня будет очень много интересных историй и зарисовок, что вот этот земельный участок, 50 соток, который ты купил за 400 тысяч рублей, сколько лет продавался? Смотри, как нам говорят здесь местные ребята, да, они говорят, то, что этот участок на продаже стоит с 93-го года. 30 лет? 30 лет он ждал у нас. А как ты вообще его нашел? Ты же не выбрал тот путь, что, например, идти там на земельные торги, участвовать в аукционе, а ты искал частника, какие-то были доски объявлений, что еще, какой ресурс? Смотри, здесь на самом деле очень интересная история.
изначально, как, ну, логика простая. Захожу на всем известные агрегаторы недвижимости, смотрим участки на одном, на втором. Даже несколько вариантов нам понравились. Мы поехали, посмотрели. Мы смотрели сначала участки, конечно же, там, в Московской области, поближе там, к работе, к всей движухе. Мы искали вариант, подходящий для себя. Мы хотели начать жить за городом здесь и сейчас. Вот, и поэтому забрались так далеко от МКАДа, скажем так, и нашли этот участок очень интересным способом. Я лазил на кадастровой карте, нажимал на один участок, второй, и смотрел визуально сверху, чтобы они были такие полузаброшенные, потому что мы были ограничены сильно в бюджете. Я понимал то, что купить участок сразу там, с готовым домом, с газом, с водой, со всеми коммуникациями, но это не наш вариант. Вот, нам нужно вот самый низ рынка найти, но самое главное, чтобы это было какое-то живописное, дикое место для нашего отдыха. Вот. И на кадастровой карте так тыкал и нашел этот участок. На кадастровую карту нажимаю, заказываю выписку. Мне там приходит фамилия, имя, отчество человека, кому он принадлежит. Я по своим знакомым пробиваю этого человека. Нахожу телефон, мы встречаемся здесь на месте. И все, зашли на этот участок. И первый раз, когда мы сюда зашли, здесь просто у нас буря эмоций была. Здесь такой лес был, здесь просто непролазная история. Я тебе кадры с коптера покажу. Народ посмотрит там, ну это просто дичь на самом деле. Если какой-то нормальный городской человек или там, ну без разницы, посмотрит на это и скажет, вот покупай вот это и строй здесь дом. Ну здесь каждый делает вот так. Но мы тоже так на самом деле пришли, сделали, не поняли сначала эту историю всю. И тем более цену нам сказали сначала 500. Вот, а мы такие, Раститель, что там за 300, что-то такое. Но потом прошло время, мы здесь мимо как-то проезжали этого места, решили сами заехать уже, тут людей уже не было. Ну, мы так с краешку подъехали сами, зашли, побродили, посмотрели и поняли то, что что-то здесь есть. Вот, ну, мозгом понимаем, что вообще полная здесь жопа, но вот что-то вот в душе ёкнуло и поняли то, что что-то из этого может получиться. Вот, ну и решили вот так вот взять, владельцам написали, сторговали соточку, да, и забрали за 400. Ну здесь сразу возникает вопрос даже не у меня, а у вас, дорогие зрители, зачем покупать земельный участок настолько далеко от Москвы? Мы поняли, что подешевле, но 350 км, вроде как по твоей деятельности вся движуха, вся работа в Москве, как ты будешь это видеть? Отсюда ездить на работу, потому что, ну, по-хорошему, друзья, 3,5-4 часа, и как бы ребята отмечают, что это быстро, я доехал еще. Как ты будешь двигаться? Ну, смотри, профессия такая, то, что, да, снимаем видео, YouTube-каналы, и, по сути, очень много работы у меня происходит сейчас на постпродакшене. Потому что вот мы с тобой сейчас видео снимаем, я точно так же это делаю, приезжаю на локацию, съемочку одну сделал в начале дня, в конце дня еще одну съемочку сделал, а потом, чтобы все это смонтировать, мне там нужна, допустим, неделя. Я работаю таким образом, то, что я приезжаю 2-3 дня, прямо усиленно работаю, снимаю, езжу там по всем объектам своим в Москве, а потом спокойно могу там, ну, также или на денек там в Москве задержаться, или приехать сюда к себе. Я планирую и здесь, в комфортной для себя обстановке, в любой момент я могу там выйти, насладиться природой, там, посидеть в своей бане-фураке, сейчас мы с тобой дойдем. Я хочу из этого сделать такую мини-базу отдыха для себя. Это не то, что прям такая история, что вот мы сюда прям заедем и здесь всю жизнь проживем. Это первое жилье. Это знаешь, как вот люди покупают себе однушку, и потом эту однушку наменяют на двушку, и поехали, поехали, поехали. Вот для нас такая же история в молодом возрасте проинвестировать в какую-то вот недвижимость свою, и которой мы сможем пользоваться здесь и сейчас. Лето пролетело, сентябрь пролетел, октябрь на дворе. Впереди нас уже ожидают заморозки, а далее и вовсе полноценная зима. Именно поэтому всем автомобилистам стоит прямо сейчас задуматься о покупке зимних шин для вашего автомобиля. И в этом вам помогут Колеса Даром. Пойдемте вместе со мной в магазин Колеса Даром, где я вас хочу познакомить с двумя интересными моделями. Колеса Даром — это не просто магазин, где вы можете купить шины, диски и прочие сопутствующие автоаксессуары. Покупая шины здесь, вам в подарок идет бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия на бренды Pirelli и Formula. Как вы видите, расширенный ассортимент автоаксессуаров, на который вы можете получить дополнительную скидку в 7%. Вводите промокод Машков на сайте Колеса Даром и оформляйтесь с выгодой для себя. Знакомьтесь! Formula Ice – зимняя шипованная шина с оптимальным соотношением цена –
качества. Формула – это дочерний бренд Pirelli и производится на том же оборудовании, что и шины премиум-класса, и проходит все этапы стандарта качества, что и шины Pirelli. 130 шестигранных шипов, которые обеспечат вашу безопасность на льду. А направленный рисунок протектора спасет вас от скольжения по зимней каше и при попадании в лужу. Особое построение блока в центральной части протектора дает стабильность и курсовую устойчивость. Ну и второй экземпляр – это новинка Formula Ice FR. Отличная шина для северных зим. Она фрикционная. Лучшее решение для тех, кто ценит комфорт, безопасность и экономичность. Одна из самых устойчивых к морозам – резиновая смесь Duraflexi. Мягкая смесь позволяет улучшить сцепление на разгоне и сократить тормозной путь на льду. Обратите внимание, что представлен асимметричный рисунок с широкими продольными и поперечными каналами. Отводит снежную шугу и воду из контактного пятна. Безопасность в межсезонье. А уникальные 3D-кромки по всему протектору обеспечат сцепление на заснеженных дорогах. Прямо сейчас я всех вас приглашаю перейти по ссылочке в описании. Не забывайте, что есть промокод Машков, по которому вы можете получить дополнительную скидку 7% на все автоаксессуары, которые представлены в магазине. Колеса даром ждут вас по ссылке в описании, а мы едем дальше. Когда заезжаешь к вам в поселок, сначала тут дома, потом просто дорога, и таким образом мы попадаем к тебе, где буквально тут три соседских дома-дачи. Как ты отмечаешь то, что здесь люди есть, но обратите внимание, друзья, капуста, урожай есть, то есть за домами следят, землей занимаются, даже там на фоне лежит черная шикарная собака, похожая на волка, которую сперва я принял вообще за бычка. На секундочку. Вот расскажи, пожалуйста, о соседях. Кто эти люди? То есть возраст, чем они здесь занимаются? Общался ты с ними? Какие вообще отношения у тебя с ними? Да, слушай, прежде всего, перед тем, как покупать землю, прежде всего мы оценили не только сам участок, мы оценили, во-вторых, локацию, где находится этот участок, и третьим моментом мы оценили людей, где мы покупаем участок, кто рядом с нами будет находиться. Мы приехали сюда, познакомились с ними. Там год назад как раз они здесь урожай убирали. Смотри, по возрасту это люди там около 60 лет. Вот, они дачники. Они, получается, приезжают сюда на выходных, там, среди недели иногда, сажают свой урожай, собирают урожай. И все, как бы зимой мы здесь были, проводили работы. Зимой здесь никого нету. Во-первых, здесь дорога не чистилась зимой. Мы ходили пешком, то есть оттуда километр сюда. Вот, и зимой здесь никого нет. Но смотри, здесь с соседями очень интересная такая история есть. То, что когда мы купили участок, здесь было все заросшее, на огороде здесь росла бурьян, смой рос, здесь у нас везде лес. И мы его купили, но непонятны были физические точки, границы нашего участка. Типа вот он нарисован на карте, а вот сюда я прихожу, и тут, ну, нету Никола, ничего не отбито. Соответственно, мы первым делом заказываем кадастрового инженера. После покупки он нам отбивает наши точки участка, мы забиваем колышки, и я понимаю то, что наш участок, он расположен там процентов, наверное, на 30 на соседской земле. Они здесь ее обрабатывают, там 30 лет участком никто не занимается, понятное дело, они взяли себе чуть землицы, подпахали. Чуть землицы, ну, тут понятно. Тут соточек, наверное, 20. В моем случае это чуть-чуть, да? И все, они распахивают, и такая ситуация, что я кол забиваю, бах, они видят, нифига себе, кто-то здесь приехал, у нас на огороде кол посреди огорода нам забил, и что такое? Вот, все, они его, ну, меня здесь не было, кол вынули, кого-то выбросили, я приезжаю, моего кола нет, а чтобы это все сделать, это стоит хороших денег, эти кадастровые инженеры, геодезисты, вот, и здесь у нас начинается с соседями уже история. Первое знакомство, близкое, такой близкий контакт. Уже, да, такой близкий контакт, я подхожу, ну, они знают, что мы купили, что я объясняю им, друзья, есть кадастровая карта, есть документы, у меня там все документы на руках, я подхожу, друзья, вот так это выглядит. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете набрать номер телефона, вызвать своего кадастрового инженера, он вам подъедет, ваши же точки там отобьет, вы увидите то, что все по-честному, все нормально. Ну, в конце концов, мне удалось с ними договориться. Там жена моя с ними очень долго беседы вела, потому что она там умеет найти подход к людям. И после этого они вызвали также своего кадастрового инженера, пробили границу и поняли то, что никто никого не обманывает, не собирается обманывать. Но вот такая ситуация получилась. Такое бывает в старых деревнях, в старых населенных пунктах, когда ты видишь одно, а на документах другое, и все это надо переделывать. С заборами такая же ситуация бывает. Но в конце концов мы все разрулили. Конфликта нет. Да, договорились. Сейчас иногда их даже там до города куда-то, до магазина подвозим.
Все за друг друга. Друзья, вот все, что вы слушаете, все, что вы смотрите, понимаете, всю информацию ее нужно вот реально воспринимать. Вот вам живой опыт. Казалось бы, покупаешь земельный участок где-то в полях. Ну, два, сколько там, три соседа. В твоем случае вообще один. И тут вот, да, представляешь, очень далеко, и еще споры за земли. У того участок большой, у вас участок большой. Но для вас тоже важно, если покупать ближе к городу. Вот эти вот отбивания, это первое, с чего нужно начинать. Это серьезно. Потому что в противном случае можно поставить забор, там недешевый, к примеру. Потом выяснится, что вы его поставили на чужой земле. Или по наоборот, на вашей земле стоит забор. И потом, короче, будет неприятно. Пойдем поближе. Смотри, ну, у тебя прикольно. Да? Сначала, как бы, получается, мы, заезжая к тебе, вот этой дороги, чтобы вы понимали, этого ничего не было. Вот этот весь грунт, который ты насыпал, щебеночка и прочие остатки от строительных работ, это ты уже делал для того, чтобы можно было проехать, правильно? Да, здесь у нас центральный чернозем у нас здесь везде. Идет маленький дождик, прям вот чуть-чуть капнул, все. То есть на машине, там, на моей, там, на автомате никак вообще сюда не проехать, машину оставляешь за километр. И мы понимали то, что нам нужна основательная дорога. И здесь, на самом деле, вот щебеночка, да, она весь этот, это не строительный мусор, это такой БУ, строительный материал. Мы его потихонечку навозили, там на Авито где-то искали. То есть ты это все покупал? Я это все покупал, потихонечку, там чуть нашел, тут чуть. И в течение вот весны, лета я чуть-чуть собирал. И вот совсем недавно, там, может, недельку назад, мы вызвали технику, нам тут все заровняли, накатали. И как бы получилась такая всепогодняя дорога, да. И соседям уже, видишь, бонус от соседства с тобой, пожалуйста, уже спокойно проехать могут, правильно? Пользуются дорогой? Ну, у них, смотри, у них своя есть, так как они зимой не ездят, не знаю, но если они вдруг попросятся проехать, как бы, ну, не откажем. Но в целом, вот они летом гоняют по своей дороге. Зарисовочка, ребята. Сейчас я вам покажу шикарнейшую русскую технологию. Значит, смотрите, чернозем. Кто водится на черноземе? Мышка-полевка и еще, конечно же, товарищ крот. У крота нету зрения, но у него очень хороший слух. И крот любит вкусно кушать, а вкусностей здесь полно. Растет капуста, тыква, картошка и многое-многое другое. И вот смотрите, что изобрели, я не знаю, наши люди, не наши, но я это встречаю неоднократно. Значит, железная палочка вбивается в землю, на нее одевается банка. Для чего? Когда дует ветер, происходит вот такой звук. Для нас это ничего особенного. То есть ты ходишь, тебя он никак не смущает. Но идет вот этот резонанс, он уходит в землю, а кроты, в силу того, что у них звук очень хороший, это как писк включить дикий. Его это бесит, он такой говорит и уходит в другую сторону от этого участка. Поэтому вы можете наблюдать подобные вещи по различным земельным участкам. Теперь вы хотя бы знаете, для чего это сделано. Специальная сигнализация. Крот, крот, уходи. За моей спиной два шикарных тополя. И здесь вообще в целом участок-то был вот в таких, да? Массивных, да, очень вековых деревьях. Но вот эти ты оставил. Для чего? Слушай, изначально, вот когда сюда пришли, лес, вот эта вся история, и на нас очень большое впечатление произвели эти вековые тополя. Потому что, ну, деревьев обычных, их там полно, березки там какие-то, елки везде, да? А вот когда ты подходишь к дереву и не можешь его, ну, обнять, чтобы тебе надо три раза, мы поняли, что это какая-то наша фишка, что это какая-то вот связь с природой, вот это все. Хотя многие, очень многие нам говорили, избавляйтесь от этого, убирайте все, все, все. Но мы прислушались. Мы вот, у нас есть товарищи, которые связаны с загородкой, мы прислушались, убрали там все тополя по участку, которые могут угрожать там будущим постройкам, или там находится не в тех местах, где нам надо, но вот эти два дерева, они располагаются так, то, что мы через наш проезд попадаем прямо на участок. И здесь получается такие у нас ворота. Не знаю, по-моему, это, когда ты сюда в них проходишь, как-то вдохновение какое-то такое ловишь. Зарисовочка. Век живи, век учись. Вот он, вековой тополь. Приходят люди, говорят, надо подпиливать. Тополь это опасно, высокий. Не дай бог, упадет домику хана. Леха говорит, надо, значит, делаем, молодой. И вот здесь, смотри, какая ситуация интересная. За моей спиной соседский дом. Когда они опиливали, они, это Алексей, тополя, приезжал сосед, ему говорят, если надо, вот, обратись, тоже тебе подпилят. Он, зачем? Ведь стоит сколько лет и еще простоит. И как вы знаете, вот, рок, произошла ситуация, у него обвалился этот тополь и упал на дом. А то, что сейчас стоит, это они заново крышу переделывают. И вот таких моментов очень много. Просто земельный участок. И вот оно, пожалуйста, электричество.
рассказываю про интересную историю, про программу, с которой ты столкнулся, но на которую Здесь просто вообще одни эмоции у меня сейчас. Конечно, ладно, постараюсь конструктивно информацию донести. Как можешь заметить, здесь не просто, да, железочка, здесь такой настоящий у нас трубостолб. Чтобы ты понимал, чтобы мы электричество сюда провели, мы 3 раза его ставили. 3 раза нам отказывали. Первый раз мы приходим, они говорят, ну, мы заявочку сделали, все на электричество. Чтобы вам его сделать, вам нужно поставить какую-то палку, воткните, мы приедем, проведем вам. Это временное электричество, это не постоянное, однофазное. Поставили железный столб, они приезжают, нет, ребята, это не подходит. Окей. Сделали там другой, там потолще столб, воткнули, приезжают, нет, ребят, не подходит, он должен там 3 метра в высоту быть. И уже все, мы уже психанули, поехали на строительную базу, купили вот этот столб за 3 или за 4 тысячи, забетонировали его просто на века, и уже вот. И после этого, да, они провели. И вот с проведением здесь очень интересная история. Год назад, в сентябре 2022 года, была отменена льготная программа по подключению электричества. Ранее электричество стоило 550 рублей за 1 киловатт. Вот. И чтобы тебе, например, там запитать чайник, какую-нибудь водичку там поставить, еще кофеварку, тебе нужно там минимум на маленький дачный домик там 5-7 киловатт, это самый вот низ. Соответственно, раньше 5-7 киловатт это стоило там 2,5-3 тысячи рублей подключить. А сейчас подключить 1 киловатт электричества стоит 6,5 тысяч рублей. И ты себе сколько покупаешь? Смотри, у меня здесь 2 чека. Первый чек у меня, я оплатил 7 киловатт временного. Это за временное. И еще оно действует ровно год. Мне нужно постоянное электричество, 3 фазы. Здесь проблема в том, что ты видел, когда мы шли, там столбы у нас очень старые, какие-то довоенные, покосившиеся, и по ним идет 1 фаза. Она вообще ничего не тянет. Я вот включаю насос себе воду, покачать чайничек, и чайник уже там еле-еле там греет. Вот. И для того, чтобы у меня было нормальное электричество, я делаю себе 3-фазное. Я заказал уже, сделал заявку. Ждем уже очень долго. Надеюсь, когда-нибудь дождемся. Вот. И в целом за электричество, за временное и за постоянное я заплатил 150 тысяч рублей. Будь добр. И это не предел. Это не предел, потому что собрать вот этот щиток и все, что там внутри находится, это плюс деньги. Собрать щиток на постоянное электричество, вот там все, что там внутри, и провода, еще плюс деньги. То есть тут на самом деле сказать, что 150, как бы ты свободен, нельзя. Когда ребята принимают решение о покупке земельного участка, у них это... решение было вызвано, скажем так, тайно от родственников. Потому что вы понимали, что если вы скажете своим родным, что вы купили 50 соток где-то под Орлом для того, чтобы построить дом, то вас, мягко говоря, не поняли бы. И поэтому вы по выходным из Москвы мотались сюда расчищать участок. Но сперва ты хотел, так сказать, как барин, заказать эту услугу. Вот расскажи об этом подробнее. Смотри, получается, когда да, здесь поняли то, что здесь нужно очень много всего выпиливать. Вот ребята, чтобы понимали, сзади нас находятся вот деревья какие-то, там деревья. И здесь весь участок был в этих деревьях. В перемешку вот с такими тополями огромными. Там пень, тут пень. И куча-куча вот этой мелкой поросли, каждый квадратный сантиметр. Я такой, так, времени у меня нету. Мы в Москве, работаем. Когда сюда ездить, надо заказать, попробовать. Захожу на объявление, звоню, здравствуйте. Приедьте, пожалуйста, посмотрите наш участок и посчитайте, сколько это будет стоить, сколько будет стоить расчистка. Приезжают они ко мне на участок, посмотрели там взад-вперед, походили, даже особо, знаешь, сюда вовнутрь не попадали, потому что здесь не пройти было. И такие, 1 000 000. Будь я такой, ребята, что-то вообще неадекватное, идите, давайте, до свидания. Я другим позвонил, ребят, приедьте, тут что-то мне какую-то чепуху несут. 1 200 000. Я такой, что? Слышь, тебе позвонили предыдущим, тебе говорят, мы же назвали 1 000 000. Они такие, 1 200 000, может, на нашу цену согласиться, так. Вообще просто трэш. То есть в эту сумму, чтобы ты понимал, здесь не входит прям сделать из этого участка поле. В этот 1 000 000 входит, вот выпилить кусочек, где мы с тобой, вот перед нами мы видим, выпилить деревья, скорчевать деревья, вывести деревья. Все, вот это вот 3 пункта, и они оставляют после себя как бы ровный небольшой кусочек под застройку, скажем так. Все, я понимаю то, что это цены, которые нас вообще никак не интересуют. Ну, мысль какая? Делать все самим. Так, правильно. Электричества нету, с электроинструментом особо там я не был знаком, человек городской, не понимаю, как там, что, куда. Ну, в итоге захожу на YouTube, там несколько роликов посмотрел, купил себе пилу через обзоры. Ну и все, дальше дело техники. Каждый выходной
по чуть-чуть, 10 деревьев, 20 деревьев, тут больше сотни деревьев точно мы снесли, этих тополей у нас тут штук, наверное, 20 таких было, вот, но тополя я пилил не сам, потому что деревья очень большие, массивные, здесь я своих друзей, здесь местных нашел, вот, альпинисты они промышленные, они лазят, деревья опиливают, ну, я попросил, давайте, ребят, спилим их, не будем опиливать, здесь лес, участок, давайте их прям под корень бахнем, и пускай, ну, куда упадет, туда упадет. Ну, а что, тут ни проводов, ни соседей, ничего нет. Поэтому это обошлось как бы в адекватную сумму. Сколько? Получается, свалить одно дерево, я заплатил 5000. 5000, мне сказали. Дополнительные выводы. Миллион дорого, пожалуйста, руки есть, желание есть, вперед. И все наперед. Сколько у тебя суммарно ушло времени на расчистку участка вот до того состояния, как вот мы увидим сегодня? Так, начали, смотри, зимой. Январские праздники отдохнули и погнали. То есть там конец января, февраль, март, апрель. Все, в мае у нас уже было корчевание. 3 месяца. 3 месяца каждый выходной. Чисто расчистка? Чисто расчистка. Чисто пили деревья. Это не расчистка даже. И без корчевания. Это чисто только мы пилили. Угу. Каждое дерево. Ну, представляешь, каждое дерево попилить на мелкие части, в кучки. Там как-то утилизировать это все. Это чисто выпилка. Назову такую сумму общую. Вот. То, что в общем на расчистку участка я считал по бухгалтерии, у меня получилось около 250-280 тысяч рублей. Это все. Это купить пилу, это транспортные расходы, это там заправить что-то, это заплатить ребятам, лесорубам, которые завалили большие тополя, это нанять технику, экскаватор. То есть я сам все искал. Короче, все под ключ. Друзья, чем Россия-то у нас славится? Вы гляньте, а? Чернозем. Самый настоящий, плодовитая земля, картошку сажай, вырастет лучшая, морковка, вообще все что угодно, правильно? Да, да, отличная земля. Вот на основании этого плана есть какие-то? Сажать что-то, вести хозяйство свое, слушай, огород хотя бы. Слушай, есть такой возраст, когда нужно достигать, когда нужно работать, когда нужно там стремиться, наверное, больше по карьере чему-то, и прям вот осесть здесь, завести бычка, коровку, организовать здесь свою ферму. Ну, где-то там в каких-то далеких мечтах, когда-то потом, возможно, да, потому что есть такая территория возможности. Но конкретно сейчас здесь должна быть у нас база отдыха. Приехал, шашлычки, банька, выспаться, там с комфортом поработать, никого вокруг нет, ты слышишь? Только птиц мы слышим. Никакого фона вот этих машин, самолетов. Ничего. Вообще, да, реально, очень тихо, спокойно. Приехал, и вот после Москвы ты вот этот у тебя шум этот от Варшавки, мы на Варшавке жили, вот он в ушах, там он до сих пор стоит. Все, приезжаешь, помолчал, такой. Подсказку тебе даю. Двадцаточку какому-нибудь мужику, который здесь поблизости проживает, я думаю, он будет рад приходить. Огурчики вам там по весне высаживают. Картошечку, ну небольшой участочек. Зато ты будешь приезжать, шашлычок под свой огурчик, картошечку в костер, а? Запеченную, что скажешь на будущее? Надо думать. Мы сегодня вам показываем замечательную зарисовку, погода хорошая, ребята в приподнятом настроении духа. Но когда ты вот это все дело пилил, да зимой, в какой-то момент ты уже сам себе сказал, а нахрен мы вообще во все это дело ввязались, отдали денег, и вот теперь каждые выходные я с пилой. Как это было? Слушай, когда осенью покупали, вот такое время, да, солнышко светило, пришел сюда, посмотрел, тепло, хорошо, вот так вот легенько оделся, все окей. Но когда мы его купили и поняли, то, что да, надо уже заниматься, начинать, потому что если мы хотим попасть в сезон, за лето что-то успеть сделать, чтобы не откладывать эту историю на много-много лет, надо заниматься. И когда мы зимой сюда приезжали, здесь нет ни дороги, сугробы занесено, то есть машину мы оставляем в километре от этого места, где мы с тобой стоим, по снегу, с пилой, там, со всем оборудованием, сюда, по сугробам, вот таким лезем, засыпанные ноги, вот это, то есть, раз, два, три вот это сходили, в какой-то момент уже смотришь на эти деревья, а они не заканчиваются. Вот это сейчас легко сюда смотреть, типа, нифига, где деревья, вот там на фоне видеть, да? А когда сюда приходишь, и ты их пилишь, они не заканчиваются. Ты уехал, к следующим выходным возвращаешься, они как будто заново выросли. Они как будто заново выросли, да, это просто невозможно. И на этом моменте словили какую-то дезмораль, такие, блин, что-то, может, ну его нафиг, типа, сейчас землю купили, в принципе, инвестиции, а может, оставим ее, пускай стоит, сейчас 5 лет пройдет, потом также бахнем куда-нибудь, да, в объявление, и уже там что-то заработали. Ну, не впустую, как бы, да и ладно. Но тут столько нужно еще заморочек, столько денег, сил нужно оставить, типа, что делать? И в этот момент
Вот, мы твой канал постоянно смотрим, смотрим, как там ты развиваешься, смотришь, и поняли то, что чтобы нам придумать такого, чтобы там себя поддерживать, мотивировать, и мы придумали всю эту историю нашу вообще записать для себя. Прежде всего, как и семейный какой-то архив, чтобы в будущем посмотреть, чем в молодости там эти дедушка с бабушкой из разряда занимались, да? Ну и так, может, людям показать там, каким-то своим знакомым, потому что в этот момент мы уже начали потихонечку рассказывать то, чем мы занимаемся и зачем мы сюда тут каждый выходной гоняем. Вот, и создали, скажем так, свой блог. Вот. Так как я видеосъемкой занимаюсь, для меня это несложно, оборудование все есть. По сути, делаю то же самое, что для своих клиентов, только для себя. Начали там снимать, как пилить, как заказать технику, как что-то тут строить. И потихонечку все эти этапы, начиная с выпилки, показывать. И вот эта история уже превратилась в такое, не то, что я только сюда приезжаю пилить деревья, а еще, ага, мы приедем, сейчас тут что-то поснимаем. И вот это, знаешь, когда еще люди дают обратную связь, выкладываешь там комментарии, тебе кто-то написал, ты как блогер понимаешь, это дает мотивацию продолжать. Люди пишут такие, о, давайте там, что-то давайте. Не, ну когда такие комментарии, это хорошо, когда комментарии серии, херней какой-то ты занимаешься, ты зачем его купил, дурень, блин, продай его, не лезь сюда. Слушай, Лех, вот на этой позитивной ноте давай переходить к нашему основному строению. Затравочка, друзья. Леха заходит в строительство с нулевым опытом. С минусовым. Изначально вся мысль, это вот просмотры роликов на YouTube. И как раз вот здесь вот ключевой, вот вам живой человек, который думал, там строители, там какие-то прорабы, там еще кто-то, сейчас они меня обсчитают, я построю все сам, и это будет стоить адекватных денег. И вот ты начинаешь считать строение. Ну расскажи нам, с какими цифрами ты столкнулся, ведь изначально здесь должен был быть чуть ли не коттедж, ну условно, из камня, да? Да, да, смотри, получается, была такая идея, на ютубе ролики посмотрели, там эти строят, какие-то дома за миллион там строят из камня с панорамными окнами, там чуть ли не 100 квадратных метров, мы такие, ну вот это да, сейчас мы тут уже участок тут, в силу уже, знаешь, в себя начинаешь верить, участок уже расчистили, время, нужно что-то строить, и начинаем здесь считать. Здесь очень такая интересная история, то, что все там строительные компании, там и на ютубе ребята, они все рассказывают про вот эту цену за дом. Цена за дом, допустим, ну возьмем, ну давай миллион рублей, да, относительно. Миллион рублей стоит дом. Но чтобы этот дом зафункционировал, тебе нужно подключить электричество, нужно сделать воду, нужно прокопать канализацию, коммуникации, нужно сделать какую-то парковку, дорогу, подъезд. И вот то, что вот они пишут, там этот миллион, я на него как бы клюнул, да, скажем так, типа, что, какой миллион, ребят? Здесь надо на 3 раза умножать. Мне люди говорили, знающие, что нужно умножать на 2 раза. Это в прошлом. Нужно умножать на 3 раза. Потому что, чтобы вот такой маленький шалашик нам запустить, сейчас мы дальше с тобой будем ходить, рассказывать, здесь, конечно, очень всего нужно. Много. И построиться из камня сейчас, это, конечно, очень дорого. Это и фундамент, и стены, отделка. Поэтому остановились. Вот вы пишете некоторые комментарии к предыдущим роликам. Все в открытую, по-честному показываем. Просто некоторые люди пишут комменты, не досмотрев сюжет до конца. Все делаем объективно, все делаем в открытую. Люди тоже хотели себе коттеджик. Это ты еще не сказал о том, что стоит покупать мебель. Мебель тоже разная бывает, ребята. Диван можно купить за 15 тысяч, а можно купить за 150, за 300 и так далее. Все разное бывает. Абсолютно разное. Всего свои качества. Поэтому давайте подходить чуть-чуть ближе. Таким образом, ты выбираешь вот дом, это он так и называется, да, в стиле шалаш? Это называется стиль A-frame. A-frame, ну, по-русски шалаш. Ну, шалаш можно. Сколько у него площадь? Площадь получается около 40 квадратных метров. Вот на сегодняшний день он у тебя, что называется, готов под ключ? Готов под ключ, осталось только воду завести. Вот вода — это вообще классная история, о ней мы поговорим попозже. Но таким образом, только остается завести воду, и все, можно постоянно жить. Можно завести. Сегодня в доме у тебя уже есть печки, там все тепло, все классно. Да? Ну что, интересно вам посмотреть, как он выглядит внутри и сколько это все дело обошлось. Пойдемте. Я дико извиняюсь, потому что в этом выпуске я хотел избежать комментариев из-за стола. Но для ясности картины необходимо донести следующее. Услышьте, пожалуйста, что Алексей и его жена – это, по сути, жители городские. Они всю жизнь прожили в квартирах, а загородные дома – это вот к бабушке в деревню съездить, погостить и уехать.
просматривают YouTube, живут, понимают, что город это чуть-чуть не их. Забегая наперед, хочу сразу ответить на потенциально ваш комментарий. У них в голове сейчас мысль такая: снять какую-нибудь недорогую квартиру в Москве, чтобы можно было там просто переночевать, когда они приезжают по работе, а потом уезжать обратно к себе вот в этот дом. И, соответственно, в голове у них была мысль, что они все сделают под ключ за 2 миллиона рублей. В интернете, я вам показывал об этом в предыдущих роликах, вот дом можно купить за 1 000 000. Ну, участок за 400 тысяч возьмут, и еще 600 тысяч остается на благоустройство. Таким образом, в двушечку уложится. Но в конце выпуска я вам озвучу, сколько уже денег они потратили и сколько они ожидают, что еще нужно вложить. Это ситуация из жизни, с которой может столкнуться абсолютное большинство из вас, кто сегодня проживает в квартире, никогда сам лично не сталкивался со строительством. И что его может ожидать, когда ему покажется? Ну, сейчас... За двоечку, за троечку сделаю для себя все в лучшем виде. Поэтому смотрите, анализируйте, думайте. Значит, отказываемся от каменного домостроения. Понимаем, что камень это круто, классно, никакой там каркас с камнем не сравнится. Потому что каменный дом это мой дом, моя крепость. Но мы хотим жить здесь и сейчас. Мы не можем там уходить в какой-то жуткий долгострой. Мы хотим построить дом там за 3-4 месяца, за теплый сезон, вот это, чтобы зимой уже кайфовать здесь, жить полноценно. Поэтому была выбрана каркасная технология. Еще получилось так, что у меня знакомые здесь ребята по местности занимаются как раз-таки этой историей, там где-то кому-то что-то по каркасной технологии строят. Вот. И в целом нас эта технология привлекала тем, что она энергоэффективная. В нашем случае здесь нет газа, здесь нет каких-то адекватных коммуникаций, и нам придется наш дом топить или дровами, или же электричеством. Вот. Позднее расскажу, что у нас там внутри. Но дом отапливается электричеством. И из-за этого нужно сделать там максимально большое количество утепления, сделать его максимально герметичным, для того, чтобы меньше денег тратить в будущем на его обслуживание. Утепление у нас здесь, значит, в кровле, стены-кровля 200 мм. Фасадная часть вот здесь у нас 150 мм. Ну, в принципе, для нашей полосы Средней России это хорошая, здравая утепление, там, на электричество нам сказали, у нас будет выходить по опыту там, других домов, там, 2-3 тысячи, такой прям самый суровый сезон. Но на самом деле можно затопить печку, мы ее уже протапливали, 15 минут, полностью все тепло, комфортно, вот этот треск дровишек, это клево. И здесь определенная экономия и эстетика в этом есть. Смотри, по коммуналке вообще в плюс-минус, в какие цифры ты планируешь укладываться в месяц? Ну, давай так, считаем по максимуму, с учетом того, что, например, зима. 3000 рублей электричество, если прям по максимуму, правильно беру? Да, еще? Смотри, получается, это отопление. Да. Это у нас, так как у нас электричество, это и отопление, и освещение, и компьютер поставить, то я думаю, рассчитываю, что здесь должно быть, ну, там, до 4-5 тысяч в самый вот жуткий сезон, в самое холодное. Давай, 5 потому тысяч что... берем максимум. Да, ну, потому что я работаю за компьютером, у меня компьютер мощный, постоянно мотает. У нас здесь освещение, у нас здесь не лампочка Ильича, у нас там 5 сценариев света различных. То есть освещение и уличное, и там уличное. У нас здесь насос стоит мощный, это там еще плюс 2 киловатта для того, чтобы нашу бочку набирать. Поэтому у нас электроприборов очень много, электричества будет тратиться много. Я так вот для себя рассчитал, что потолок там 4-5. Соответственно, здесь еще что-то планируется заделать, я не знаю, там какой-то заборчик небольшой. Нет, вот слушай, здесь все для трезвых людей. Сюда, да, вот чтобы сюда, ну, как бы упал. Кто упал, тот пропал, да? У ребят детей пока нет, поэтому там думать о том, что выбежит лялька. Нет, детей, да, пока нету. Это здесь у нас получается такая терраса большая, можно назвать ее таким патио. Это летнее продолжение дома. Это не то, что просто там кусок ненужной террасы. Я считаю то, что при панорамном остеклении летом вот сюда выходишь, стульчик, здесь у нас стоит там, ну, этот столик, чай здесь, сидишь, работаешь. Это, то есть, дополнительное тут 10 квадратных метров жилой площади в сезон, скажем так. Ну да, сюда и шезлонг можно поставить. Короче, уже мечтаете, представляете, как бы сделали вы. Но мне самому, честно, прям дико интересно посмотреть, как ребята обыграли все внутри, потому что я сам еще к вам домой не заходил, поэтому давай, Алексей, показывай. Так, ну что, заходим, друзья. Вот, смотрите, какой сфинкс лысенький. Ну, рассказывай, смотри, пока что у тебя мебели полностью нет, но, тем не менее, уже кухня, там, часть предусмотрена, стол стоит, печка стоит,
рисую картинку, как должно быть. Визуал вообще есть какой-то нарисовали? Слушай, визуал на самом деле не рисовали, но он есть. Так, творческое мышление, насмотренность. Я, как тебе уже говорил, мы в Москве когда жили, мы в такие домики приезжали. Этой архитектурой мы оттуда и вдохновились. Потому что такая, на самом деле, необычная история. Кто к нам сюда приезжает, говорит, блин, что-то непонятно. Или хорошо, или плохо. Эмоции у всех вызывают неоднозначные. Кому-то хорошо, кому-то плохо. И вот мы так тоже подумали, нам понравилось. Для нас это история не в стиле, знаешь, такой там шалаш, что-то такое деревенское, бревна. Вот это когда там красят, это морилка. Для нас это такой стиль хай-тек. Это современное все. Это у нас тут везде подсветка, люстры. Там современная кухня с возможностью там установить и посудомойку, и там камин такой тоже современный, мебель везде, все. Вот, поэтому наша задача была из этого дома сделать такой оазис современности, да, чтобы здесь хорошие розетки были, хорошие выключатели, умный дом. Вот, строить там большой дом, и его, чтобы скомпоновать, купить в него мебель, все в него отремонтировать, нужно это считать, это стоит много денег. Мы поэтому и построили такой небольшой домик, потому что мы хотели построить его сразу, под ключ, чтобы здесь было все максимально готово для того, чтобы жить. Чтобы не тут потихонечку каждый год тут что-то докупать, 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 а чтобы ты один раз сделал, и все, уже готово, заезжай, живи. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Смотрите, печка полноценная, правильно? То есть полноценный можно прям камин. Все закинуть туда дрова, правильно? Да. Да. С точки зрения подогрева пола, что-то продумано в этом? Смотри, по коммуникациям в доме у нас здесь электричество. Везде электричество, скрытая проводка во всех стенах. Ты не видишь здесь ни одного проводка, только здесь будет кондиционер. Угу. Вот. Отопление совершается полностью теплым полом. Здесь у нас водяной теплый пол. Мы делали бетонную стяжку на деревянные полы. Бетонная стяжка. Там у нас водяной теплый пол. Сверху керамогранит. И когда его включаешь, здесь прям будет очень приятно, хорошо зимой ходить. Для лысого кота, как бы тут тоже учитывали этот момент, для того, чтобы тут тепло везде ему было. Здесь у нас небольшая кухонка. Вот здесь у нас все в фасадике. Смотри, с кухней очень интересная история. А где плита-то? О чем готовить? А плита будет она доставаться, ставится. А, то есть такая не стали его, да, не стали ее встраивать в столешку. И вот здесь на самом деле про кухню такая история, то что история у нас нестандартная. Дом такой, косые стены, и мы хотели сделать сюда кухню на заказ. Вот, нашли несколько компаний, звонили, узнавали, замеры делали. И они все нам считали за кухню, вот ты видишь, да, здесь по сути два шкафчика, 100 тысяч рублей. Типа там 75, 80, 100, вот так. Но 75 там совсем кривая была. Вот 100 тысяч рублей под ключ. Мы такие, ребят, вы что, издеваетесь? Типа вот метр там на метр относительно 100 тысяч рублей. Ну вообще жесть. Ну короче, мы искали там Леруа Мерлен, еще разные. И нашли такую модульную кухню. По размеру нам поставили, подошла там 30 тысяч рублей, не 100, а выглядит как бы тоже очень неплохо. Ну, водички еще нет, да. Вся сантехника у нас подключена, все подключено, с водой еще остается. С водой это мы, как говорится, на улице. Так, ну смотри, включаем. Да. Здесь, ребят, смотрите, полноценная ванная комната, то есть унитаз. Понятное дело, септик правильно стоит у тебя. Да, здесь стоит септик. Душевая кабина. Ну, места, в принципе, да, согласись. Ну, достаточно. То есть, если, опять же, мы будем вспоминать истории с различными там однокомнатными квартирами, студиями, но здесь есть где развернуться, как минимум. Я согласен, что кто-то поспорит там с формой, но, друзья, такая технология строительства дома, такая форма. И вот все эти современные сейчас зеркала, да, с подсветкой, то есть, действительно, дают такую ассоциацию, что ты как бы, ну, в современном доме, не шалаш. Так, и следующая дверь у нас, даже прям интересно, смотри. Ну что, кладовка, наверное? Кладовка. Это? Кладовка. Место для хранения. Ну все, как положено, да? И вот она нижняя. Ну вот такое небольшое местечко, но, собственно, куда можно будет сложить все продовольствие. Ты спросишь, а куда вещи же хранить? В таком маленьком доме. По сути, здесь не поставить ни один шкаф, потому что у нас треугольные стены. И здесь мы продумали такую историю. То, что у нас вот здесь образовалась небольшая ниша, здесь дверь открывается, здесь, а вот здесь есть ниша, и здесь у нас будет шкаф, то есть тоже сами его соберем, закажем на разборке, будут две дверцы, и здесь будет полноценный шкаф для верхней одежды,
шапочки, снизу обувь, тут стандартный такой шкаф. И по сути, вот каждый квадратный сантиметр этого дома изначально нами был запроектирован, продуман, вот мы его так и воплощаем. Здесь нет какого-то лишнего угла, где там нечего будет поставить. Сюда станет холодильник у нас, ниша, здесь будет у нас диван. То есть все максимально продумано, и вот эта лишняя площадь, там на будущее, как люди строят, типа вот сейчас еще одну комнатку пристрою, авось пригодится. Не знаю, мы так как-то не думаем. Для нас вот важно здесь, сейчас, в темпе. Короче, смысл какой? Условно, пришел домой, сел, у тебя за окном идет снег, да? Ты на диванчике завалился, а здесь коврик под ногами, печечка у тебя хрустит, свет ты включил вечерний такой, домашний, уютный, и все. Жена ужин приготовила, сели, поели. Телек будете вешать какой-нибудь? Нет, слушай, телек не будем вешать. Ну, с компьютера там? У нас, да, компьютера есть. День воскресный, как смотреть? С компьютера. Ну, надо по-любому. А интернет здесь как нормально? Интернет есть, интернет отличный, 4G ловит вообще. А дальше наступает вечер, и нужно отправляться спать. И, собственно, спать у нас на втором этаже, правильно? Да, да, на втором этаже у нас, получается, будет спальня, так называемый лофт. Там тоже есть освещение, там будет место обустроено так, то, что мы будем внизу делать такой поддончик небольшой, туда класть матрас ортопедически приятный, и ты спишь там, ну, можно сказать, на полу, но не на полу. Очень, на самом деле, комфортно, мы здесь уже ночевали много раз, вот. Слышишь только птичек, сверчков, очень круто. Как бы в силу того, что дом сделан вот по такой технологии, еще видно, как типа а-ля шалаш, да, как мы сказали, ну, хотя бы можно встать в полный рост. И то есть ты без проблем лег, там встал, пожалуйста, застилать кровать удобно будет. Ну и вот эта форма дополнительно, да, она дает больше кислорода. Как минимум ты ходишь здесь, дышать есть чем. Ну опять же, в жару, в самую дикую, кондиционер здесь запросто будет справляться. То есть вот такой как домик на двоих для постоянного проживания, либо уж тем более как для, там как некоторые говорят, дача, выходной день, 2-3-4 раза в неделю в Москве. Ой, ну... Короче, часть времени в Москве, часть времени здесь, то мне кажется, шикарно. Еще, слушай, такой, у нас еще такая фишка будет здесь. Здесь, как правильно ты сказал, спальное место, а вот здесь, чтобы не вывалилось там случайно с просони, еще потому что здесь лестница, все равно нужно какая-то, чтобы безопасность была, здесь у нас будет гамак. Мы уже купили такую специальную сетку, нейлоновую, она выдерживает там 300-400 килограмм, она специально вот сюда натягивается. И здесь, считай, еще одно спальное место, можно сказать, гостевое. Здесь два человека могут спать, здесь на гамаке будет человек спокойно спать, внизу поставим диван, который будет раскладываться. И, по сути, если гости приехали, то, как бы, не проблема, тоже можно всех разместить с комфортом. Даже вот розеточка, да, чтобы телефончик заряжать, всегда, да? Быть на связи и не пропускать день воскресный, даже на гамаке. Правильно, блин. Знакомьтесь, шикарная девушка Виолетта, супруга Алексея. Привет. Слушай, расскажи, пожалуйста, даже ответь сразу на первый вопрос. 25 лет. Вот оно тебе точно надо? Или это Леха тебе продаил вот эти истории? Будем жить, знаешь, как будем жить? Будем просыпаться с тобой, лес, птицы поют. Я кофе тебе варю, выходим, красота. А потом ты приезжаешь, а ты вот 3 месяца идешь сюда по снегу, он пилит, ты замерзлый, думаешь. А в Москве сейчас спустилась бы в метро, доехала бы до кафе, читала бы книгу, пила бы кофе, отдала бы там 400 рублей, вернулась бы в квартиру и балдела бы. Ходила бы по разным магазинам, ну и так далее. Твое мнение? Ну, была история с продажей. Это кофе, птицы, поутру, природа. Все это было, да. Ну, как бы, здесь было и не только, да, вот его мнение, но и я как бы на эту сторону смотрела абстрагированно, да, как вот я думаю. И я всегда советую, даже если кто-то хочет что-то навязать, попытайтесь немножко отстраниться и сами взгляните на ситуацию, что вы сами-то думаете. Вот, были у меня, конечно, и сомнения поначалу. Я говорила: Леша, ну куда же мы идем, ну куда же мы лезем, ну как мы с тобой, два городских человека, вообще можем что-то, ну, сделать здесь, ну, тут просто мой женский мозг, это ломался, не знаю, вот, и все равно, как вот как-то время прошло, мы же думали об участке, не сразу мы прям согласились на покупку, да, там какой-то, может, полумесяц, месяц, вот так мы как бы думали, вот, и все-таки я решила, что в любом случае это неплохая инвестиция, в любом случае это не какие-то дикие баснословные деньги, вот, и что в целом все возможно,
почему бы себя не попробовать и уже сейчас, как бы, да, ну, в таком относительно молодом возрасте понять, на что ты как бы способен, на что тебе по плечу, что нет, чего ты хочешь, что тебе нравится. Ну и все. И началась вот этот, начался период, когда мы расчищали участок, это было все сложно, мне каждый раз я, боже, этот, опять этот снег, да, все, но ничего, как бы я тоже помогала, где-то что-то там пыталась сама подпиливать, ну, как-то интересно все равно даже было, вот, в этом есть определенная романтика, честно скажу, это сближает. Вот такие ситуации, когда ты преодолеваешь какие-то сложности, да, оно сближает, и ты уже по-другому смотришь на этого человека, который рядом, думаешь, блин, чё себе, вот это мы с тобой наворотили дел, да, и как-то ценность, она другая уже. Вот. Хочу добавить, что в Москве Виолетта трудилась в крупной организации, штат которой достигал 30 тысяч человек, и там она занимала высокооплачиваемую должность. То есть, она могла запросто содержать полностью себя, снимать себе квартиру, обувать, кормить себя, не зависеть ни от кого. Но она выбрала для себя решение пойти за своим мужем и испытать вместе на себе вот этот новый этап в своей жизни. Если говорить о воде, то к воде мы подобрались не с первого раза. Такой случай нам, вот эти ребята, которые нам бурили, сказали, впервые в истории, там, за 25 лет, они бурили скважину, у них есть карта по водоносным слоям, все грамотно, они приезжают, нашли место, забурились. 4 дня они забурили, потому что здесь известняк у нас, очень много известняка, 4 дня они его бурили, 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 и нет воды. Попробовали еще чуть поглубже, будет, нет воды. Они такие, что такое, нет воды, такого не может быть, типа, мы уже добурились туда. Где сатана? 100% должна быть вода, там ее не может быть, это типа, знаешь, как дождь идет, типа, или солнце светит, нет воды, и все, мы такие, блин, что делать, все, там чуть ли уже не начали это, грустить, но нет, дошли там, другое место, думаю, давайте, ребят, переедем, попробуем еще раз, ну, а вдруг, как бы, да, все, переехали, получается, сколько здесь, 10-15 метров, сделали скважину, бах, пошла вода. Да вода еще не простая, а хорошая вода. Мы качали ее месяц непрерывно, каждый день прокачивали. После этого мы сделали анализ воды, химически полный на все, на железо, на все. Здесь вот из-за того, что известняковые породы, есть вот этот осадок кальция, но он убирается обычной вот этой колбой, фильтром. Это, то есть, обычный такой песок, вот известняк. А так железо, всякие химические, марганец, там все это в норме. То, что вода питьевая. И здесь, на самом деле, нам повезло, потому что я слышал истории, то, что люди бурят скважины, и чтобы эту воду можно было пустить в хозяйство, там нужно еще на 1 000 000 рублей водочисток настроить. Да. Но здесь, на самом деле, история нас не обошла стороной, водоочистительная. И ты видишь то, что у нас как бы кессон сделан, но скважина торчит наверху, мы будем ее опускать туда пониже, но подключить воду напрямую из кессона, из скважины в дом мы не можем. Потому что ты был там сейчас в ванной, ты видел то, что стены треугольные, поставить там какие-то комплектующие, автоматику, гидробак, просто некуда. Там невозможно туда все вместить. И нам нужно строить еще одно здание. Пристроечку. Пристроечку. Вот здесь у нас с тобой. Угу. Пойдем покажу. Выведена коммуникация. И система будет работать таким образом, то, что у нас вода из кессона попадает вот в эту водокачку, назовем ее здесь, будет такой квадратик 2 на 2 сантиметра. Здесь она набирается в гидробак, там маломальски фильтруется, и после этого вода у нас уходит уже в дом. Из дома у нас сюда подведено электричество, электричество отсюда уведено туда, чтобы работал насос, 2 трубы. И здесь к вопросу о том, вот, что нужно, ребят, чтобы домик свой построить. Вот никогда не знаешь, с чем столкнешься, и вот эти все траншеи – это деньги. Это деньги, 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 деньги – это... Ну, лопаты здесь, конечно, можно фигачить с утра до вечера, но мы заказывали такой мини-экскаватор, на нем копали. Вот, договорились, конечно, у нас земли много, заказ оптовый, договорились подешевле, но все равно это все копеечка. Каждую трубу эту купи, эта труба, это утепли, все. Ну вот и сколько у тебя ушло денег на первое бурение, на второе бурение? Вот в целом, ну, слушай, в целом скважина около 300. Вот так вот, да. Будет около 300. Если посчитать по воде, да, это вот чисто пробурить, опустить насос в скважину, купить насос и его туда опустить на тросики, 150. Угу. Уже, да, построить эту водокачку, еще 100. Поставить в эту водокачку автоматику, гидробак, какие-то фильтры, еще 100. 550 я уже насчитал. Да, то есть здесь история, может, она не заканчивается. В какой-то момент мы хотим, конечно, ее стопнуть, все, стоп, хватит, вода есть, электричество есть,
все живем. Но сейчас вот эти последние, ну последний рывок, знаешь, чуть водичку довести, с электричеством, с этим трехфазным разобраться, потому что по этим столбам кинуть ее не могут, здесь нужно строить новые столбы, и у нас здесь просто контры с этими Россетями, с государственными вот этими всеми организациями, потому что они ничего делать не хотят, мы уже сами там приходим, говорим, давайте мы там сходим, что-то согласуем, возьмем бумажки, нам нужно ускоряться, у нас зима на носу, дом нужно запускать, топить, вот, они, ну то есть... Ты сам знаешь, как это все работает, это неприятно об этом говорить. Mm-hmm. Вот, поэтому для людей, которые собираются, да, построить себе маленький дом, большой дом, совет такой, друзья, обязательно учитывайте вот эти все нюансы с участком, с ландшафтом, с коммуникациями. Делайте геологию, геодезию, узнайте, где у вас вода. У вас вода может быть на 10 метрах здесь, и это будет стоить вам там 50 тысяч рублей пробурить. Или у вас вода может там на 110 метрах быть, и это совершенно другие суммы. Построить это хорошо, это круто, это молодцы. Да, вы проделали большой объем работы. Но сейчас как раз начнется, скажем так, первая зима. Если сейчас мы с тобой сидим, ребята смотрят, кто-то вполне возможно, может так вот по-доброму позавидует, скажет, о, молодцы, сейчас чайку только, да, вот, не знаю, там мясо пожарят, еще что-то. А потом ведь зима начнется, осень, когда ты уже здесь не посидишь холодно. Ну и да. У тебя вот будет только зал, печка. Ну, раз ты костер пожгешь, два, три. А Леха уедет на работу в Москву на 3 дня, а ты здесь одна. Ну, к примеру. Ну да. Вот. Ну, как сказать... Ну ничего, что, как-то справимся. Но в целом зимой здесь также будем все чистить. Я думаю, что мы как-то организуем этот процесс. Все-таки в деревне есть люди, с которыми можно подрядиться, может быть, за какую-то условно небольшую сумму, чтобы они там где-то пришли, там почистили те же дорожки, что-то вот. Ну и плюс, как бы да, как Леша уже сказал, есть и близкие не так далеко. В общем, в целом, не так страшно. Что за загородный дом без бани? Но когда деньги урезаны, то баня выглядит примерно так. Но это на самом деле не простая, это японская баня. Я просто представляю, что это такое. Друзья, значит, смысл следующий. Смотрите, вот у нас идет печка. Сюда вы накидываете дровишки и отправляетесь заваривать свой чай, креветки, квас холодить и прочее. Вода, в принципе, быстро нагреется, то есть там, получается, в этой бочке идет у нас вода. Вот. И далее ты уже сюда залазишь, приподнимем, просто я покажу. И вот тут вот балдеешь, сидишь. Сам смысл такой, что ты как бы находишься там, ну, примерно 15 минут, то есть у тебя голова там на поверхности, там шапочка одевается. Можно, само собой, не то, что можно, а нужно. Еловые ветки по кругу, и ты сидишь, балдеешь. Чем-то это похоже по... пользы для здоровья, как сауна, как русская баня. Конечно, не сравнится, чуть другая история, но, говорят, тут 15 минут релакс, укрепление иммунитета и прочее дает. Согласен с этим? Слушай, да, на самом деле, правильно ты сказал изначально, то, что эта история не от того, что мы такие, да, ультрасовременные хотим себе японскую баню, такой эксклюзив. Нет, на самом деле, просто мы заходим в интернет, смотрим, сколько стоит баня там, даже вот эти модульные бани, знаешь, которые ну, тебе привозят. Бани-бочка, знаю, да. Бани-бочки привозят, тебе ставят. Даже вот эта история там стоит от 500 и погнали. Вот, туда надо завести там воду, чтобы помыть. Печку саму что-то. Купить хорошую, все это доделать, доготовить. Да. Там, да. А вот эта история там вышла нам около 200. Вот это такой производитель, среднячок, да, там есть еще более премиумные, есть с подсветками, есть больше. Это такая средняя история, обошлась около 200 тысяч. И по поводу пользы для здоровья, да, это кайф. Мы такую историю посмотрели вот в тех домиках, которые арендовали. В глэмпингах. В глэмпингах, да. Зимой. Мы приехали там минус 20, зимой в Москве. Мороз такой, везде снег лежит. Вот как раз-таки там полгода назад в эту зиму. И сюда залезаешь, там на 40 градусов, нагрелся. Вылезаешь, в снежок раз-раз. Это контрастная вся эта история. Бодрит прям вообще, ну клево. На самом деле вот поставил. Много лет будет служить в нашем случае, потому что мы не так ее просто кинули на землю. У нас здесь можешь обратить железобетонный фундамент, потом крышка промазанная, чтобы не сгнила. Тут у нас фундамент. И на самом деле у нас тут все постройки, там они деревянные, да, но они у нас на таких железобетонных фундаментах. Где-то в душе я хотел бы. Таким образом, забалдеть запросто. Слушай, Лех, пока мы с тобой ходим, заметил такую интересную особенность. Подходим, пожалуйста, ребята, ближе. Что к тебе приходит Маус. Правильно я понимаю? Да. А для Мауса ты приготовил Атраус. Друзья, ну что, залазят мыши? Ведь поле, смотрите, здесь как бы идеальная среда. Вот мышка-полевка,
и вся вот да, эта история. Да, это вот эти вот мелкие мышки. Леха, извини, пожалуйста, у меня просто дочка, 3 года. Мышка пробежала, хвостиком вильнула, и уже третью чашку мы со стола разбили. Мышка прибегает. Вот она у тебя, собственно, здесь и живет. Что по мышам рассказывать? Смотри, по мышам у нас получается поле, пшеница. Да. Ну, это прям для них. О, это блин. Чисто рассадник, да? У нас здесь с тобой накиданы дрова, деревья. Там у нас лес, и по сути, ну как бы здесь без мышей никак, нужно понимать. Они здесь хотят сразу. 100%. Они здесь будут, поэтому сразу эту историю наперед пресекаем. Один раз я увидел вот такую маленькую мышку в бытовке, она пробежала. И я понял то, что нужно не дожидаться, когда я увижу вторую, сразу в магазин, дайте мне мощные средства, там зерно, какие-то там еще таблеточки для них. Все, везде разложил, ну видим, где-то может подъели, не подъели, я не помню уже. Раскладывал там пару дней назад. Я под каждую сваю заложил, чтобы уж наверняка от этой истории избавиться. Ну это как бы, да, такой вот определенный минус. Слушай, ну у тебя кот есть, но он у тебя модный, чисто, мне кажется, он такой серии москвич, блин. Тебе надо Васю, который здесь будет жить, Васю и какую-нибудь еще подружку ему, чтобы они здесь уже полноценно жили, ну, так да. сказать, дом свой, так, семейство свое, котят, и тогда они у тебя будут здесь мышей гонять, это 100%. Не могу не задать вопрос про безопасность. В силу того, что мы находимся в таком отдаленном, уединенном месте, и по факту, кроме вас, здесь на постоянке, ну, никто не живет вот из ваших соседей. Ну, максимум там летом там переночевать. Вот не страшно ли тебе, что ты там с женой уехал, например, там, в Москву по работе на день, два, три. Какой-то, назовем его хрен. Хрен пришел, залез к вам в дом и что-нибудь украл. Или, например, ты уехал, жена звонит, кто-то ходит возле дома. Ты включаешь камеру, я знаю, что у тебя есть видеонаблюдение, интернет работает, то есть ты в любой момент можешь посмотреть все. И да, действительно, кто-то ходит. Напился, белочка, ну вот и все из этого вытекает, что можно представить. Твое мнение по этому поводу? Смотри, первый момент, да, нужен какой-то забор, ограждение, мы это, конечно же, понимаем, но из-за того, что участок большой, вот, нужно вложиться, даже какую-то простую сетку, которая будет отпугивать вот этих ребят с белочкой, ну, хватит даже просто сетки. Вот оградиться вот так вот по кругу, да, если мы посчитаем наш участок, тут опять цифры с 5 нулями получаются, это... Ну, на будущее, да, планируем. Сейчас от соседей строим забор, чтобы чисто визуального контакта у нас не было, потому что, ну, смотреть друг на друга тоже как бы напрягает. Делаем забор из горбыля, просто нашли там горбыль подешевле, столбы подешевле. Вот, а так, на будущее, конечно же, безопасностью мы заморочены. Как ты сказал, уже есть видеонаблюдение здесь спереди на участок, у нас там просматриваются все подходы. Вот, видеонаблюдение с задней стороны на парковку, освещение спереди у нас, освещение у нас сзади. И также еще такая история, то что в этой деревне мы ее выбрали не случайно, не вот так там пальцем в небо, хочу в эту деревню. У меня в этой деревне, получается, там подальше, скажем, там в паре километрах, там 5 километров живет бабушка с дедушкой. Вот, отец к ним иногда там мотается, приезжает, вот. И так или иначе, есть какие-то родственники, которые бывают, курсируют здесь. И если вдруг какая-то неприятная ситуация, мы на телефоне, сюда есть кому приехать. Вот, и что-то здесь, какую-то ситуацию проблемную решить. Ну, а вот тебе самой не страшно? Вот ты присутствовала за кадром, когда я им задавал вопрос безопасности. Вот так вот, ну, одной здесь остаться, как ты считаешь? Не стрёмно? Ну, если на улице не выходить. В доме, в лесу, блин. Ну, все равно, знаешь, дом это дом, он живой, это кто-то пробежал, мелькнул. Есть посмотреть такое, кстати. Страшный фильм посмотреть, и все. Ну, мне кажется, что загородная история, она не для всех определенно. И в капитальных домах, допустим, не на таком отшибе, как у нас, тоже бывает страшно. Я разговаривала со знакомыми девушками, они говорят, блин, вот муж уезжает, и как-то немного страшно. Хотя дом капитальный, и все. А тут уж как бы тем более. Ну, просто, наверное, это не для каждого. Вот. Ну, я в целом себя комфортно чувствую. Короче, ребята, просто мое личное мнение, так сказать, комментарий при вас, что это идеальное сочетание, вот, там 3 дня, например, в Москве, да. И опять же, чтобы у вас вот эта работа, деятельность была такая совместная. Леха снимает, возможно, ты помогаешь. Он что-то такое, что вы вместе можете уехать, вместе можете вернуться. Оп, хорошая погода, 4 дня вы приехали, получили удовольствие, так сказать, перезагрузились, поработали в комфортных условиях. Погода стала хуже, уехали, например, в город. Тогда, мне кажется, это сочетать, а вот это вот расстояние,
там, ну сколько, 380 км от этой точки до Москвы, ну это на самом деле, как показывает практика, не так-то уж и много. Да, это немало, но и немного. Ну вот когда ты вот один-два раза поедешь, ты просто уже не видишь этих расстояний. А я знаешь, как ехал? А я сел, кофе выпил, тепло сделал в машине. Такой, глаза закрыл, открываю, а мне навигатор: вы приехали в место назначения. Я такой: о, нифига себе, как ты и доехал. Шутка. Ласточка, извиняюсь за столь грубое отношение. Номерочек 1, 2, 3, вот еще одну буковку тебе, А, да? И вообще красота была. 3А, 1, 2, 3. Какого года, какой пробег? Так, смотри, брали в 21 году, пробег был что-то там около 10 тысяч, ну, считай, новую. Вот, брали, сразу наперед тебе, про цену брали за 1 350 000. За наличку покупали, получается? Да. Вот так вот, 1 350 000 – это Lada Vesta Universal? Да, кросс. Максимальная комплектация, наверное? Максимальная комплектация. На роботе, да, она еще идет? На автомате. А, на автомате. Сейчас на автомате такую машину днем с огнем не сыщешь, там ни гранты, ничего. Ну, слушай, на самом деле про тачку, вот все, там, вот все мои знакомые там иномарки, вот ездим. Да и хрена ты потратил 1 000 000 рублей в русскую тачку, это та же самая лата, дрова и так далее. Но к этому вопросу тоже подошли мы комплексно. И когда мы приехали там по автосервисам, приехали в один автосервис, и там у нас было 4 машины. Это Solaris, это Kia Rio, это Polo и Vesta. И мы их вот так прям 4 в ряд ставим и погнали. Посмотрели, что внутри, взяли это толщиномер, лаково-красочное покрытие. С человеком, получается, ужный отец занимается автомобилями, автосервис. Вот, мы каждую машину проверили, посмотрели и поняли то, что вот цена-качество и то, сколько денег нам придется там вливать в машину, чтобы ее обслуживать, из этого там ценового сегмента, ну, Vesta как бы нас больше всех устроила. Да, смущает этот значок, я не спорю, как бы. Не, ну а что смущает, друзья, вот честно скажу, а что смущает? Я тебе больше скажу, на эти Лады вот сейчас вот рассказывают, да, там китайцы у нас появились, вот ГАК, который Москвич 3 стал. Вот эти вот машины, если будут делать те же гранты в нужном объеме для страны, чтобы просто их можно было купить, внимание, не со скидкой, а просто по розничной цене, по тем самым ценам, которые там Лада у себя на сайте рисует. Да там очередь на них будет стоять. Мне люди со всей страны звонят, которые готовы платить за то, чтобы купить машину по рознице и в дальнейшем перепродать. То есть предприниматели, назовем их так. Вот, Vesta, блин, она вообще на расхват будет. Гранты с автоматом на расхват будут. Нивы на расхват будут. Все будет, лишь бы дали бы тупо машину, блин. Машину в комплектации в нужной, в наличии. А так ничего нету. Сколько пробег? Сейчас 40. Поломки, нарекания? Ничего, идеально. Вот ты ездишь сюда, приезжаешь, все нормально, справляется со всеми задачами. Да, слушай, вообще идеально. Единственное, я тебе говорил, то, что зимой, когда размывало, когда весной вот этот чуть дождик падет, все. Не, ну а это сейчас понятно, передний привод. Да. А сейчас мы дорогу сделали, передний привод, автомат. Сейчас дорогу сделали вообще, то есть на все, пофиг. Была бы она еще с полным приводом, на зиму поставить резиночку соответствующую, все, вообще вопросов не было бы. Но так вот на дальняк, ну как такой мини-дальняк из серии «Орел, Москва». Да, отлично, слушай. Супер. Круиз-контроль. Расход? 7,5. Так сказать, ссылка в описании, покупайте Ладу. Ладу Веста вперед, блин. Слушай, вот с точки зрения быта, ну как ты себе представляешь? Вот одна машина, то есть получается, что машина вторая нужна. Ты водишь? Да, у нас изначально было 2 машины. За продуктами ездить, да. Еще что-то. Да, ну это я так себе представляю, что это разовая закупка большого количества продуктов, да, на какое-то время, которое, чтобы каждый раз не ездить, какие-то заготовочки, да. Ну, безусловно, ухаживать за участком придется. Вот, где-то и газон самой подстричь, возможно, да, никто это не исключает, вот, и в целом там, может быть, цветочки посадить, что-то такое, никаких грядок пока я не планирую, вот, ну, я понял. Как-то так. А расскажи нам, пожалуйста, вот еще всегда люди подмечают такие интересные моменты, дом хорошо, а что есть по инфраструктуре, вот где ближайший магазин, где можно купить там воды и хлеба, вот. Сколько до него добираться? Ой, школа, детский сад, больница, полиция, там администрация, город. Вот, дай развернутый ответ. Так, ну у нас вообще в деревне есть 2 магазина продуктовые, ну и хозназначение там. В целом можно вот такое, что быстро может понадобиться, есть. Дойти до них можно и пешком. То есть это 10 минут, там 15 пешочком прошелся, все. Как бы здесь комфортно. Единственный минус, я обнаружила, что здесь нет аптеки. Вот, это как бы, ну, наверное, это минус, потому что коснись что, быстро не купишь.
Вот. Вообще, в целом, инфраструктура здесь неплохая, потому что по пути, например, вот в деревню, есть и гипермаркеты большие, и заправка, и автомойка, и сервисы машинные, то есть как бы продуктовые, все-все-все. Без проблем можно доехать, ну, купить, что нужно, или там обслужиться. Вот. И единственное, что касается, если медицинского какого-то обслуживания, да, здесь вот прям близко-близко больницы нет. Но опять-таки сюда ездят и врачи, как бы, и вот если вызовешь скорую, все приедет, и такси здесь ходят без проблем вообще. И автобус, кстати говоря, это важно. Если вдруг там ситуация, машины нет под боком, такси неохота брать, на автобусе шикарно по расписанию тут ходит несколько рейсов, там 3-4 в день. Ну, как бы можно добраться. Вот сейчас заходит разговор о том, что на носу-то что? Зима. А у нас как бывает? День, два, три, четыре сыпет снег. А представляешь, если тебе каждый день нужно выезжать? Ну, с передним приводом, да даже с полным приводом ты здесь после хорошего снегопада не проедешь. Соответственно, что нужно будет делать? Трактор. А трактор это что? А трактор это деньги. Раз проехал, два проехал, а потом уже будешь выбирать себе вариант такой, что вот там на фоне, да, за моей спиной, это магазин. То есть коммерческое помещение, там рядышком можно договориться, тебе разрешат оставить автомобиль. И, соответственно, оттуда ты вот сюда идешь пешком. Далее, строительство у нас. Туалет отдельно, скажем так, уличный, правильно? Когда ты на улице находишься, пожалуйста, но не забывайте, что в доме есть полноценные септики за твоей спиной. Ну и также за твоей спиной вы можете видеть граница с соседями. Вот тому забору деревянному, я думаю, лет, не знаю даже сколько, лет 50 уж точно, а то и больше, да, потому что он такой, как бы, номинальный. Ну и следующая, скажем так, финальная бытовочка. Бытовку сам делал? Да, слушай, туалет, а бытовку собирал сам, с другом, вот. Купили материал на базе, все привезли и начали тут все это крутить. И на самом деле, изначально... Когда участок вот купили, планировали здесь строение, мы придумали своеобразный дизайн-код для наших всех строений. Ты видишь то, что... Ну, цвет, да? Здесь у нас, да, серенький. Цвет, кровля, это такой, знаешь... Такой ненапряжный цвет, который на самом деле особо... Матовый минимализм такой вот. Да, не напрягает. И туалет, и бытовку, и дом сделали в едином стиле, чтобы вот все было красиво. Не то, что, знаешь, купили вот эту бытовку за 100 тысяч, привезли, кинули после 10 строителей, которые там пожили. Ну, это, знаешь, даже не бытовка, а такой сарайчик, можно его сказать, да. У тебя здесь на участке стоит, скажем так, архитектурное решение интересное. Какого года вот этот дом? Раритет. Слушай, точно довоенного. Вот, наверное, 1900 какого-то, вряд ли какого-то 19 века, но точно довоенного, потому что да, деревня здесь очень старая, тут казачье поселение, тут очень старая старинная церковь есть, там чуть подальше, если проехать, очень много таких вот, знаешь, исторических мест, нам такая вот историческая усадьба, можно сказать, и досталась. Здесь на территории было два дома. Один дом вот такая каменка, это песчаник, прям натуральный такой камень. Второй дом у нас был шелкоблочный. Из него мы сделали нашу дорогу. Видишь, поле чистое, теперь это дорога. А вот эту историю как-то разрушать, ломать, ну, не хочется, потому что тебе, выглядит... Ты что будешь с ней делать? Выглядит она, блин, как-то мне нравится, как камень природно выглядит. Я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу подснять вот этот камень, наверное, наполовину. Полностью по всему периметру и внутри сделать такую зону патио. Поставить посередине костровую зону, вокруг лавочки и все. Сидишь вокруг костерка, там на шпажках что-нибудь жаришь, компания друзей. Огонь. Сидим огонь. За столом. Навес Пальше. Еще сделать, сварить, знаешь, внутри, что просто, например, там от дождя, ну, подумать, продумать, как сделать. Вообще, ну, реально, друзья, прикиньте, даже можно было бы, ну, это надо думать, это уже можно даже ваше мнение писать в комментариях. Мы оставим на тебя почту электронную, мало ли кто-то из дизайнеров там захочет поиграться, какой-то вариант предложить, но вот так это обыграть, да, что на территорию заходишь, типа беседка, вот такая зона, да, зачем ее ломать? Представляешь, историческая ломать? Такая, конечно, нет, пушка, я туда, прям поддерживаю. Туда будешь заходить, чувствовать эту энергетику, это, блин, клево. Это самое главное, знаешь, гости приезжают, друзья приезжают, ты такой, это что такое? А ты говоришь, а это здесь жил, там, ну, какую-нибудь легенду придумаешь, какую-нибудь утку и будешь рассказывать. Кстати, вот с точки зрения там легенды, вообще не знаешь историю, кто здесь до этого жил, какие люди, соседи, может, что-то рассказывали. Ну, вот конкретно на этом месте жил человек. Он, получается, был, можно сказать так, по-современному предприниматель. Он занимался тем, что делал жестяные трубы для ГВ, вот эти вытяжки разные, вот это железо. Короче, он много собирал, крутил этих историй. Когда мы здесь занимались корчеванием, расчисткой участка, мы находили очень много металла. Мы здесь металла
не знаю, там, тысяч, наверное, на 50 нашли здесь металла, очень много. И там оцинкованный, и обычный, очень много различного. По всем углам здесь валялось. Ну, в любом случае, этот дом мы рассматриваем не как дом для того, чтобы в перспективе жизни он превратился в что-то более еще капитальное для жизни с детьми. Это как бы это очевидно. Мы прекрасно понимаем, что для детей нужны абсолютно другие условия. Вот. И поэтому, да, это место больше именно отдыха, уединения от суеты и так далее. Вот встречи с близкими, с друзьями. Приближаясь к логическому завершению, я не могу тебе поставить вопрос, так что... Горячий поступок ты совершил, читая потенциальные комментарии, почитаешь сам, люди скажут, ну нахрена вы туда полезли, плохая локация, здесь жить будет невозможно, сейчас зиму поживете, уедете. Вот вообще скажи честно, вот искренне, не пожалел ты о покупке, не пожалел ли ты о том, что ты влез в этот проект? Потому что вот сейчас уже какая-то мысль там, может в аренду сдавать, но в тот же момент жалко, ведь столько вложили. Вот дай обратную связь. Слушай, не, вообще ни разу не пожалели. Вот на том этапе там зимой, когда было ноль знаний, ноль знакомств, ничего не понятно, и любое там неизвестное, не, стрёмно. Тогда было страшно. Сейчас, за что мы здесь прошли, сколько мы здесь сил, энергии, души оставили, потому что мы сделали это чисто для себя, историю эту. И там в каждом кусочке, там, я не знаю, в технологии там внутри дома, мебель, все нашими руками, скажем так, рука наша приложена. И сейчас понимаю то, что ни капли мы вообще не жалеем. Да, тяжело. Перед тем, как врываться сюда, я, конечно же, ездил, я тебе говорю, мы арендовали домики, к друзьям в загородку ездили. Спрашиваем, как у них этот быт. Да, чистить снег, косить траву, сажать деревья, мошкара, еще там что-то. Как ты говоришь, безопасность одни. Но опять же, с другой стороны, паримся в бане, поправляем здоровье, восстанавливаемся психологически, жарим шашлычки, клевая локация для того, чтобы встречаться с семьей, повод встретиться с друзьями. Ну и погнали. Вот этот, не знаю, человеческая вот эта жизнь, она настолько там быстрая, не знаю, короткая, очень быстро все несется, и хочется ловить моменты счастья вот здесь и сейчас. А вот эти моменты счастья, они происходят тогда, когда ты, как правило, там отдыхаешь, где-то в путешествии, где-то перезагружаешься, видишь что-то для себя новое. А здесь для нас, ну, каждый шаг для нас новый, поэтому эмоции, ну, исключительно положительные. Со временем посмотрим, как будет, когда уж надо зиму пережить. Здесь не перепрыгнешь, это нужно прожить, понять. Но сейчас на этапе как бы все клево. Из минусов тяжело. Тяжело, конечно, тяжело. Ну и немаловажный финальный пункт. Цена. Сколько денег ребята потратили на все про все, что вы сегодня увидели? Съемка осуществлялась на конец сентября 2023 года. При ожидании сделать все под ключ и уложиться в 2 миллиона рублей, сегодня ребята потратили 4,5 миллиона рублей. Это ровно то, что вы увидели. А впереди еще благоустройство участка, создание дорожек, та же самая веранда, уличное освещение и пошло-поехало. Пишите ваше мнение в комментарии, как думаете, сколько еще нужно вложить сюда, чтобы здесь получился финал. Создание этого сюжета принесло мне потрясающий заряд энергии и море позитивных эмоций. Я познакомился с классными ребятами, так еще мне повезло с погодой. 400 километров, которые я проехал от дома до их точки, пролетели просто в удовольствие. Я останавливался в придорожном кафе отведать супчика и свежепожаренного шашлычка. Я посмотрел по сторонам, где-то я заряжался позитивом от пейзажев, видов, ассоциативного ряда. Я видел советские магазинчики, вспоминал свое детство, когда я бегал в подобные замороженным. Где-то меня хватала тоска, потому что многие дома продаются, заброшенные, и жизни там уже нет. Сама вот эта поездка мне очень сильно понравилась, но пожалел я лишь об одном, что не выделил времени, не остановился возле людей, которые занимались продажей грибов, солений, меда, яйца, и не пообщался с ними о жизни. Но во всем этом нужно видеть позитивный смысл. Будет повод вернуться, остановиться, пообщаться и записать совершенно отдельный новый выпуск. Ребята, ну посмотрите, какой я себе подобрал фон. Все, вот на фоне стены можно записывать новости из деревни или еще что-то. И никуда ехать не надо.
Что я хочу сказать? Наш шикарный воскресный выпуск подошел к концу. Я надеюсь, время для вас пролетело не только быстро, но и с интересом. Леха интересно рассказывал, жена дала какие-то развернутые ответы, советы. Вы увидите в этой истории что-то доброе, позитивное, какие-то плюсы. Вы увидите в этой истории то, с чем вы, ну, точно не согласитесь. Минусы, неудобное расположение, либо еще что-то. Вот сейчас ваше развернутое мнение вы можете написать в комментарии. И с удовольствием я и они его почитаем. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте, что в описании вас ждет ссылочка на спонсора этого выпуска. Подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я всегда делаю живые анонсы. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом все. До новых встреч. Пока. Пока.